Ты относишься к вооруженным силам какой страны? Ну, я сам запутался. Потому что ты какой расклад. Вообще знаешь такое понятие, как Женевская конвенция? Слышал. А что Женевская конвенция гласит у нас? Знаешь? Не знаю. Ну вот я тебе открою маленький такой секрет. Каким-то образом он тебе, может быть, как-то глаза где-то откроет, да? Согласно Женевской конвенции, есть такое понятие, как комбутант и некомбутант. Знаешь такое? Нет. Да ладно, ты что, шутишь, что ли? Пошел воевать и не знаешь, что это такое? Комбатант – это тот, который, человек, у которого есть принадлежность к вооруженным силам какой-либо страны. Или к силовым органам какой-либо страны. То есть, например, там какие-то шевроны, там еще какие-то расклады. То есть, это комбатант. То есть, на него действуют все согласно женской конвенции. То есть, он военнопленный, его не имеет права там обижать, должны кормить, там, ну, ты понял, да? И есть такое понятие, как некомбатант, то есть бандит. Знаешь, что такое бандит? А на некомбатантов не распространяется вообще ничего. Так вот, я тебе задаю вопрос, ты комбатант или ты не комбатант? Ты относишься к каким-то вооруженным силам или ни к каким не относишься? Я состою в народном ополчении Донбасса. Народное ополчение Донбасса, это что такое? Вооруженные силы ДНР. А ДНР это что такое? Новое государство. Мой друг, да будет тебе известно, что такого государства нету. Но для того, чтобы ты имел право на самоопределение, должны быть что? Ну, ты должен кем-то быть поддержан, да? Правильно? Нет? То есть, ну, кто-то тебя должен признать. Правильно? Народ выражает... Не, подожди. Народ выражает право, это он выражает право на самоопределение. А теперь кто-то должен признать эти все мероприятия, правильно? Ну, кто, американское правительство? Так ты что, если американское, слышишь, подожди, слышишь, Фёдор. Я правильно это называю? Федор? Да, правильно. Откуда ты еще раз? Новороссийска? Да. А как ты сюда попал? Так, просто приехал. Ну как просто приехал? Я тоже просто приехал, бля. Давно уже просто приехал. Ну я нормально, пересек границу, все, когда ты как приехал. Да, граница открыта. Можно свободно ехать. Что значит она открыта, бля? Это называется незаконное вторжение на территорию другого государства. Как это? Просто открыто. Свободно ездить на такси, там не ехать. Охренеть можно. А что за специальность у тебя? Экономист. Экономист? Да. И ты, экономист, взял в руки оружие и погнал, да? Да, не смог смотреть. А на что смотреть не смог? Как убивают мирных людей. А ты вот сам видел, как убивают мирных людей? Вот ты лично? Своими глазами нет. Ну, то есть, а как, на тебя не распространяется правило, да, что пока не увижу, не пощупаю, не поверю, да? Частично распространяется. А почему только частично? Это как можно давать оценку того, что ты сам лично не видел? А как это можно увидеть? Это нужно войти в состав правого сектора. Зачем? Подожди. О том, как твои товарищи стреляют в моих товарищей, я, не находясь в ополчении ДНР, лично наблюдаю. Я это лично наблюдаю. Понимаешь? Я лично наблюдал, и есть тому подтверждение. Есть, я тебе, ну, к великому сожалению, я тебе сейчас их не покажу, но у меня есть, это даже записано есть на видео. Как возвращали тела наших солдат, понял, с входными отверстиями в затылке и выходными, блядь, в лобовой части. Причем экспертизы подтверждены, да и видно даже было, и экспертизы подтверждено, что отверстия эти были сделаны, когда у людей были руки за спиной скручены. То есть их просто тупо расстреливали, блядь, в затылок. Вот это я могу тебе показать, я это сам лично видел, понимаешь? А говорить о том, что кто-то там в правом секторе, блядь, вы понимаешь, вы настолько с этим своим правым сектором уже всех зачпокали, блядь, здесь. Я тебе реально говорю. Ты сам этот правый сектор видел, нет, блядь? Ну ты уже воюешь долго? Живую нет. Воюешь. С сентября месяца. С сентября? Да. И ты ни разу не увидел правого сектора? Ни разу. Так какая, а с кем ты воюешь тогда? Да постоянно что-то стоим на блокпостах там. Не на блокпостах, слышь, ну ты что, блядь, коверкаешь, блядь, великий и могучий русский язык. Не на блокпостах, а на блокпостах, блядь. Человек с высшим образованием, блядь. Понимаешь? Мне стыдно, что ты, блядь, говоришь нам неправильно. На блокпостах, блядь. Так вы и что? Да ты с кем воюешь, ты мне объясни. Ты с привидениями, что ли, воюешь или что? Если ты их не видишь, блядь. Я говорю, я тебе могу потом как-нибудь по свободе. Я тебе принесу это видео, блядь. Ну понятно, что моим словам ты послушай, я говорю, ты не надо меня перебивать.
Я тебе открою видео, понятно, ты моим словам не веришь. Ты посмотришь, блядь, сам посмотришь. Понимаешь? Это провокация. Ну понятно, провокация на этом видео, этот человек, и потом этот человек был взят в плен, это тоже, это все провокация, Федор, это же понятное дело. Я сейчас с тобой разговариваю, это тоже провокация, понимаешь? Вот у меня вопрос. Ты сейчас пришел на блокпост, да? Или на блокпост, и как-то, ну ты неправильно разговариваешь. Ты мне говоришь, какие у тебя пробелы. Да у тебя пробелов до хера, блядь, в образовании. Понимаешь? И мне, блядь, вопрос возникает, нахуя ты сюда пришел, блядь? Вот просто мне ответь. Вот, защищать мирных людей. От кого ты их пришел защищать? От тех, кто их... А ты кто такой? Вот ты сейчас будешь меня стрелять. А за что? Можно у тебя поинтересоваться? За то, что ты меня стреляешь. За то, что я в тебя стрелял хоть раз? Нет. Сейчас нет. Так вот мы с тобой, а сейчас я разговариваю. То есть я для тебя враг, да? Хотя заметь, я, блядь, по-русски разговариваю, блядь. И, сука, лучше тебя еще по-русски разговариваю. Понимаешь? Вот я подойду к твоему блокпосту, подойду, блядь, в украинской форме одежды, да? Да. Военной. И ты откроешь по мне огонь. А за что ты будешь стрелять? Так я не буду стрелять. Друг мой, если бы такого не было, я бы тебе таких вопросов бы не задавал. Понимаешь? Что, стреляют по людям, которые просто подошли я к блокпосту? Я попадал под обстрелы, блядь, твоих, блядь, ДНРовцев, блядь. Знаешь, сколько раз, блядь? Не открывши по ним ни разу огня. Знаешь, сколько раз? Даже когда ходил на переговоры с ними. Знаешь, сколько раз? М? И ты сейчас будешь... Сколько раз? Сколько раз? Более 20. Попадал под обстрел уже, блядь. И я в колонне, вот просто идет колонна, блядь. Идет колонна техники. Идет. Она идет, блядь, по своей территории. По территории государства. И тут вот такие покемоны, как ты, начинают вести огонь по ней. Вопрос. На основании я чего? Я русский человек. Хорошо, такие русские люди, как ты, начинают вести огонь по ней. На основании чего? Наверное, была какая-то предыстория. Подожди, значит, какая предыстория? Значит, тоже стреляли так. Значит, вопрос тебе, что ты сюда пришел? Выработалась какая-то этика уже ведения войны. Кто выработался? Этика? Да. Этика ведения войны, где твои шевроны? Где твоя принадлежность к какому-то государству? Этика ведения войны. Ты мне тут по военным делам-то не это самое, не мостырь, дружище. У меня два военных образования, в отличие от тебя. Два военных образования. Не за сало купленные, понял, да? И не за магричи выставленные, блядь. А два заработанных, блядь. Понял, друг мой, да? Ну, я это не осмотрю. И мне рассказывать сейчас о военной этике не тебе будет, экономисту. Мне рассказывать о военной этике. Первый тебе элементарный вопрос. Где это принадлежность к какому-либо виду вооруженных сил и какой-либо стране? Вот тебе первый вопрос по военной этике. Первый вопрос тебе элементарный. Где принадлежность твоя? Не выдали шевроны. Подожди, где у тебя документы, хорошо, от твоей принадлежности к этому государству, какой-то, к какому-то государству и к вооруженным силам этой страны? Документы сдал. Какие? Отобрали. Стоп, какие документы? Удостоверение. Есть у меня удостоверение твое, но у тебя удостоверение народного ополченца Донбасса, а ты являешься гражданином другой страны. Это является что? Наем. А наемники у нас не попадают под комбатантов. Так ты тогда кто получается? Ты получается бандит? Я не бандит. Ты бандит, получается, друг мой. Ты бандит, которого взяли с оружием в руках. Тебя взяли с оружием в руках? Да. Ты являешься гражданином этой страны? Я гражданин России. Подожди, да и что дальше, что ты гражданин России? Ты гражданин России, ты перчик у себя в России, понял? Ты перчик в России, блядь. Ты там можешь, блядь, вступать в ее вооруженные силы. Воевать за интересы Российской Федерации. Никто не спорит, блядь. Никто не спорит. Понимаешь? Но там, на территории России. А ты находишься на территории ДНР, правильно? Да, правильно. На ту территорию, которую наемники американские захватили. Ну, эту всю историю я уже слышал. Захватили, блядь. Но ты-то не являешься гражданином ДНР. Так на каком основании ты, блядь, взял в руки оружие и воюешь нахуй на этой территории? Расскажи. Я думаю, это еще определить правительство ДНР. Что определить правительство ДНР? Ты вообще с правительством ДНР хорошо знаком, милок? Ну так, знаком. Лично знаком? Не лично, но знаком, смотрел. На кого ты смотрел? Нет, то, что ты на них смотрел, понимаешь, я на Памелу Андерсон смотрел, но я с ней не знаком. Понимаешь? Анджелина Джоли тоже такая, ничего, тёлка, отвечаю. Ну тоже я на нее смотрел, я с ней не знаком. Ты лично с кем-то знаком? Лично нет. А с кем ты лично знаком? Вот. Ты говоришь, блядь, вот я там говорю, а вот ты лично, кто за тебя, скажем так, может слово сказать? Вот конкретно за тебя, за Федора такого. Из Устинова. Устинова, да. Никто. Никто.
Хорошо. Твой командир за тебя может слово сказать? Ну, у тебя какой-то командир был, или ты просто пришел, я вот честно, я не могу понять, ты взял в руки оружие, да? Пришел. Вот у меня тебе вопросы, потому что я хочу понять. Я реально хочу осознать и понять все происходящее. Ты пришел, взял в руки оружие, да? Сам пришел, блядь, на территорию ДНР и начал стоять на блокпосту. Это ж херня. Согласен? Да, конечно. Согласен. То есть, по-любому, ты пришел. Ты же не... Ты же... Подожди, то есть, у тебя тогда еще... Еще одна статья – хищение оружия, правильно? Ты украл, получается, оружие? Нет, я его не украл. А где ты его взял? Выдали, как ополченцу. Стоп! Выдали. Тебе выдавали его как? На тебе в руки оружие или тебе где-то записали, правильно? Тебе кто-то его выдавал или ты его сам где-то взял? Я честно понять не могу. Кто-то. Тебе его выдали. Тебе его выдали под документы, под запись? Должны были записать. Подожди, что значит должны были записать? Ты знаешь, что не, как-то отсутствие учета оружия и всех прочих средств, это является что? Это является предпосылкой к его хищению. Блядь. Ну это все, поехали там согласно юриспруденции, это уже мы не будем сейчас надо далеко туда вникать. Если ты в военных делах, ну, то юриспруденции 100% может конкретно криминальный, правильно? То есть тебе записали, правильно? То есть какой-то начальник тебе это выдал, правильно? А начальник этот кто? Он тоже гражданин Российской Федерации или он гражданин ДНР? Ну, не смею знать, кто он такой. Гражданин то есть, ДНР или гражданин. Подожди, то есть ты пришел к какому-то левому персонажу, да? Дай мне оружие. Он, да на тебе оружие. Хлоп, он тебе дал оружие, выдал тебе документ. Из какого военкомата? Ну, в Донецке, который находится. Стоп. А у нас как может в Донецке находиться военкомат? Если этот военкомат. Подожди, это военкомат ДНРовский? Конечно. Это же стоп. Государство, вы всегда забываете. Какое это государство? Кем это признанное государство? Давай начнем с этого. Кем оно признано? Самое главное, оно признано народом. Каким народом? Который здесь проживает. Ты ДНРовцев много видел? Вообще? А так Южную Осетию не нужно сюда приплетать. А что не нужно? Ну а зачем? А что? А кем он должен быть признан? То есть ты догадываешься уже, мое. Соединенными Штатами Америки. Да при чем здесь? Ты заметишь, что про Соединенные Штаты Америки за все время нашего с тобой разговора говорил только ты. Я ни разу не сказал Соединенные Штаты Америки. Я про Германию сказал. Да я рад, что и только я об этом говорю. При чем здесь Соединенные Штаты Америки? Подожди, при чем? Да ты заметь, я и про них не говорю. Я сейчас я с тобой разговариваю от своего лица. Я разговариваю конкретно с тобой, а не говорю там какие-то там Соединенные Штаты, какие-то там Великобритании, Испании и все прочее. Ты сидел? Нет. Нет? Тогда, ну, походу у тебя будет шанс. Потому что все твои... Да я уже понял, что я его не сбегу этого шанса. Потому что все твои дела, они подпадают... Это... Ты чувствуешь хоть что? Смотри, по вооружению это, бля, хищение, иначе его не назовешь. А, стоп, ты сказал, что тебе его выдали, да? Ты сказал, что тебе его выдали. Да, но это не стоп. Попадает под... Это попадает под... Юрисдикцию Украины, так что здесь сюда нос сувать не надо. А ты сейчас на чьей территории находишься? Милок. На территории ДНР. А кто это так решил? Это я решил кто? Губарев? Это решил... Это народ так решил. Какой народ? А я, вот, например, например, знаю, что народ в таких населенных пунктах, как Славянск, блядь, видите, вас не желает. Ты знаешь об этом? А в таких населенных пунктах, как Краматорск, Славянск, какие еще населенные пункты? Не ваши. Думаю, Дебальцево. Они вас видеть не желают. Знаешь почему? Потому что от вас одна беда.